В зале цвет самарской журналистики. Перед вручением наград губернатор Николай Меркушкин отметил необходимость сегодня таких встреч. Для нас, для власти, это исключительно важное мероприятие. Встреча с вами, обсуждение определенных проблем, подведение итогов. Удалось нам достаточно много сделать в этих условиях. Это тоже жилье, которое работает и сегодня, будет работать на долгие-долгие годы вперед. На благо людей, те же дороги, это те же детские садики. Оперативные новости – заслуга целой команды. Но запоминается зрителю именно тот, кто в кадре. Работу ведущей программы события Виктории Шаре отметили дипломом второй степени. Лицо любого телеканала – это новости. Меняется время, меняемся мы. И, конечно же, очень приятно, что наша работа была отмечена. И я уверена, что когда награждают ведущего новостей, то, конечно же, награждают тем самым весь коллектив. Еще одну награду, уже высшую в номинации «Реформа ЖКХ», получила автор ведущая программы «При своем мнении» Инга Пейнер. В этой номинации она побеждает уже третий год. Вообще тема ЖКХ, она по-прежнему остается злободневной и актуальной, да, и в ней много проблем, и здорово, когда с помощью, так скажем, журналистики эти проблемы можно решать. И поэтому, ну, на мой взгляд, вот эта премия, это как бы как раз показатель того, что что-то удается сделать, а значит, мы не зря работаем. Телеканал «Самара ГИС» верен своим зрителям. Мы и дальше будем следить за событиями в городе, рассказывать вам о важных новостях. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.